Семья Калабуховых на военно-техническом форуме – частые гости. Признаются, впервые пришли сюда 4 года назад и были поражены масштабами настолько, что не посетить выставку военной техники вновь просто не могли. Я не могу это объяснить, но сюда тянет. Реально хочется посмотреть технику, та мощь, которая здесь представлена, мальчишки. Показать это все. А вообще удивляет то, что можно детям везде полазить, пощупать, почувствовать своими руками. В то время, когда дети изучают технику тактильно, взрослые могут узнать, как и где она применяется. Для гражданского человека это обычный бронетранспортер. Но военный расскажет – разведывательная химическая машина, созданная на базе БТР-80. Во время учений и в боевой обстановке машина в колонне всегда идет в первых рядах. Она помогает узнать об уровне радиации и возможном химическом заражении местности. Кроме БТР, в выставочных рядах также мирно стоят боевые машины пехоты, танки, пушки, зенитно-ракетные системы и даже ракетный комплекс «Искандер-М». Всего было представлено более 50 образцов военной техники. Помимо этого, показательные выступления войск армии. У нас разведка показывала свои навыки ведения боя. Потом их собрали, считали, у нас дальше вниз показали, как наступает стрелковая пехота. Дальше вниз прошли, показали им, то есть, как идет действие на воде. И потом уже людям дали пострелять с оружия, автоматы, пистолеты, пулеметы. Ну и все. Все довольны были. Сюда приходит молодежь, интересуется, мы им показываем знаки различия, формы одежды. И действительно спрашивают. И ребятам просто интересно. Многие будут служить в армии. Как говорится, старая гвардия просто вспоминает то, что они когда-то служили, смотрят это все, делятся впечатлениями. По-моему, очень понравилось. Детишки маленькие, все хватают, смотрят прям так. Короче, очень хорошее мероприятие, очень нужное. Провели хорошо. Стоит отметить, что проходил форум при соблюдении всех санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором. Виолетта Маджар, Алексей Гриднев, Новости губернии.